Сколько время, Кев? Не знаю, но за окном уже светло. Наверное, утро. Чего вы там шепчетесь? Сколько времени? Мам, ты помнишь, какой сегодня день? Суббота, по-моему. А что случилось-то, Билли? До Хэллоуина осталось меньше 2 недель. Да, а ты обещала, что мы устроим день пранков над Клавой. Сегодня, по-моему, идеальный день, потому что она не ждет никаких приколюх от нас. Потому что папа уехал, и она думает, что мы будем полностью сегодня подчиняться ей. Точно, я и совсем забыла. Слышите, как храпит? Она, походу, еще спит. Давайте быстро слезайте с дивана. Кивайся, давай слезай. У нас все пранки там. Давайте решим, сколько у нас пранков будет сегодня. Мне кажется, надо ее пранковать по полной с утра и до вечера. А она же еще не сказала, какое у нас расписание на день. Пойдемте посмотрим. Расписание. 6:00 подъем, 6:30 готовка, 7:00 уборка, 10:00 алгебра, 15:00 опять уборка, 18:00 сон. Да... Расписание, как всегда, в ее стиле. Ну ладно, Клавдия Петровна, все пойдет по плану. Мам, пока ты готовишь первый пранк, я пойду проверю, спит ли она или уже встала. Спит она еще! Отлично, Билибой! Тогда мы приготовим для нее пару пранков. Да где же? Вот они! Идем сюда! Запрыгивай! Первое, что мы должны сделать, это надеть ей на все пальцы вот такие вот когти. Смотрите, она встанет, посмотрит на свои руки, а там такое... Я прям представляю, как это будет круто. Кева, ну-ка. Смотри. Представляешь, Кевин, ты просыпаешься, а у тебя вот такие когти. Ужасно, конечно. Ничего не сказать. Так вот, давайте пересчитаем, чтобы их здесь было ровно 10 штук. А это что? Челюсти? Да, у нее около кровати стоит баночка, в которую она каждый вечер складывает свои вставные зубы. А мы сейчас возьмем и положим вот эти. Я только что там был. У нее там не плавают никакие зубы в баночке. Может быть, она забыла снять вставные зубы? Неважно, забыла или не забыла, мы подложим туда вот эти. Я уже представляю, как это круто будет выглядеть. Сейчас померяем. Ты тоже хочешь? Раз и два. Что-то они не очень держатся. Теперь когти скорее, ма, а то он еще будет вставать. Раз. Thank you.
тобой, действуй. А я пока спрячусь тут. Клавдия Петровна, вставайте! Клавдия Петровна, мы от расписания отклоняемся. Какое расписание, мы отклоняемся? Кто здесь? Ой, правда, уже время много. Почему мой будильник не прозвенел? Что с моими ногтями? Почему они такие большие? Клавдия Петровна, тихо! Не кричите, всех разбудите! Вы, наверное, сон приснился. Да, сон, Клавдия Петровна. Куда они делись? Где мои ногти? Не знаю. Ладно, вы это, зубы надевайте и пойдемте. Я смотрел, там в 6 утра уже завтрак по расписанию. Температуры вроде нет, но надо все-таки, наверное, папоротник приложить. Да, приложите, только подорожник. Ерунда какая-то с утра. Ох, ослабили. А вообще, почему-то на этаже оказался. Ой, Клавдия Петровна, извините, просто посмотрела это расписание, отклоняемся. Все, я выхожу. Погладьте меня только. Смотри, у меня перебой. Я все знаю, когда что-то идет не так. Хорошо, Клавдия Петровна, зубки не забудьте надеть. О, точно, зубки. Что-то рука туда не лезет. Не надо было вчера пиццу на ночь есть. Да что ж такое-то? Скользят что-то они. Утро что-то все недоброе какое-то. Это потому что Хэллоуин скоро. Нечисть всякая бродит. Празднуют они свои там Хэллоуины. Ну у меня же зубы на месте. А это что такое? Это не мои. Точно из-за Хэллоуина все это. Где ты, нечисть? В этой комнате. Я все поняла. Нужно быть осторожной. Это надо выбросить. Ты это слышал? Она подумала, что это все из-за Хэллоуина. А на нас не думает. Следующий пранк. Недоброе утро вам всем! Всю ночь кошмары снились из-за вашего надвигающегося Хэллоуина. Быстро готовку делаем. Кто расписание забыл, предлагаю подойти к холодильнику и вспомнить. Потому что скоро алгебра! Ой, да, Клавдия Петровна, забыла, 6:30 же у нас готовка завтрака. Я смотрю, вы сегодня не в настроении. Вы сидите, а я все вам приготовлю. Да, Белебой? Пойдем, поможешь мне. Что бы вы хотели сегодня на завтрак, Клавдия Петровна? Так, что у нас есть в холодильнике? Так. Мне дача 2 яйца жареных. И обязательно посолить. И дожарить как следует. Кофе мне сделай, но только без сахара, понятно? Все поняла? Да, Клавдия Петровна, все понятно, идите, я вам все приготовлю. 2 яйца и кофе без сахара, а яйца посолить. А что за пранк будет у нее с завтраком? Может быть, мы ей посахарим яйца и посолим кофе? Нет, Белек, круче намного, пойдем со мной. Вот они, ее яйца. А в кофе у нее будет плавать муха. Что за звук? А, это мы яйца. Яйца разбивали, Клавдия Петровна. Не спешите. Съедобно? Дурой, нормально. Раз. 2 жареных яйца. Как вы
просили Клавдию Петровну. И, конечно же, кофе. Но кофе у нас будет не простой, а золотой. Клавдия Петровна, ваш завтрак готов. Можете идти кушать. Клавдия Петровна, идете? Иду уже. Быстро вы как-то управились. Даже я так быстро не делаю. Яичницы. Наконец-то первый прием пищи, не то что у вас раз в день. Ах, пахнет очень вкусно. Весьма недурно. Так, первая ошибка. Почему мало масла? Все прилипло! Фу! Что это такое, Лера? Я не понимаю! Она не жуется и прилипла к моей вилке! Что это такое, я не понимаю, ну-ка! Фу! Что это такое? Какая-то резина, а не яйца! Ты готовить вообще умеешь? Как Миша это ест? Ладно, хоть кофе, я надеюсь, ты не могла испортить. Это же весьма сложно сделать. Ой, горячий еще, ладно. Как нас в деревне учили. Помаленечку, по ложечке. Что это было? Не поняла. Лера, ты добавляла какой-то сироп? Кто это? А? А? Кто там? А? Боюсь насекомых! Клавдия Петровна, вам, наверное, показалось. Да еще ж не зима, мухи всякие летают. Не знаю, что мне тут показалось, но завтра и вообще утро у меня сегодня испорчено. Я расстроена. Ладно, я пойду зубы почищу, а потом алгебра! Давай наклеим ей пауков. Скорее. Да как вы открываетесь? Вот так. Ой, какие страшные. Она как раз сказала, что боится насекомых. Прикол сейчас будет. Раз. О! Держись хорошо. Держись, говорю. Тебе еще ползти тут. Ладно, похоже, придется вот так. Раз. Держись. О. 6, 7, 8, 9. И сюда по парочку. Держись. 10, 11. Идет, давай скорее. Ой, ну красота-то какая, неописуема. Где же мой жених-то? Ой, подождите-ка. Я забыла почистить зубки. А! Что это было? Он как раз тут.
такой вот прыгающий паук. Он будет вот так лежать, и он прыгнет. Ой, это реально страшно. Смотри. Бам! Бам! Ну что, Билибой, пойдем? В расписании написано уборка. Она сейчас 100% пойдет за шваброй. Время уборки! Не забываем! Все берем веники! Это главное по уборке швабру! Давайте-ка вы там поспокойнее. Вы что, от расписания отклоняетесь? Кошмар! Уборка отменяется, везде пауки сидят! Как будто здесь год не убирались! Или кто-то хартурил! Ужас! Вы будете заниматься алгеброй! О нет, только не алгебра. У нас же там еще уборка, уборка, сон. Какая алгебра, я не хочу. Быстро все садимся за алгебру! А это что такое? Не поняла. Что это за провод с пауком? И паучата? Откуда это здесь? От расписания. Кев, Кева, ты читаешь? Пора новый пранк делать. Уже что-то отклоняемся от нашего пранкового расписания. Так у меня есть новый пранк. Смотри. Мозг антистресс. Это вот такой вот сквиш. Какой прикольный, он как жвачка для рук. Кева, это твой пранк будет. Лови. Так, и что надо сделать? Ты должен ей сказать, что очень устал заниматься. Из-за этого вот такое вот произошло. Держи. Ой, он еще и пахнет не очень приятно. Ладно. Клавдия Петровна, Клавдия Петровна, скорее сюда. Очень сложные задания были. Что случилось, Кевин? Что случилось? Что это такое? Кевин, что у тебя в лапах? Это очень сложные задания были, Клавдия Петровна. Кевин, бедный, ты что, так перезанимался? Ого! Вижу здесь решение сложных интегралов. Да, бедный котик, я тебя сделала слишком сложные задачи. Ладно, у тебя сегодня отдых. Это мы подумаем, как вернуть. Ого, а что, так можно было? Вот это ему повезло. Ладно, ребятки, что-то сегодня день совсем не удался. Надо бы нам, наверное, проветриться. Ну, про алгебру вы не забывайте, мы возьмем ее с собой. Это что, Клавдия Петровна, мы гулять идем? Да, желудей пособираем, голубок посмотрим, все дела. Я только пойду переоденусь, духами надушусь и пойдем, ладно? Ладно, Клавдия Петровна, пойдемте. Билли, у меня есть духи с привидением. Смотрите, какой крутой у меня есть. Это такой типа брелок. Мы сейчас ей посадим его в шкаф, а ее духи заменим на вот такие духи с привидением. Смотри, Кивася. Ой, ну и аромат. На всю улицу будет пахнуть. Какой мне наряд сегодня выбрать? Может, хоть какой дед на меня засмотрится?
Так, этот не подойдет. Этот тоже. Этот слишком темный. Этот слишком светлый. Этот вообще будет для Хэллоуина. Накажите на него! Ладно, посмотрю в другом шкафу. Скелет в шкафу! Сейчас я это сфотографирую. Как там оно включается? Не поняла. А где скелет-то? Ничего не поняла. Тут сидел какой-то скелет в шкафу. Куда он делся? Бред какой-то. Может, у меня все-таки температура? Или это все Хэллоуин? Точно надо на улицу идти. Осталось лишь надушиться прекрасными ароматами. Фу! Что это такое? Запах канализации! Что? Что это за души? Откуда они здесь? Я опять с каким-то монстром! А, это Хэллоуин! Так, я все поняла! Это вы меня пранкуете с самого утра! Ну все! Будет вам пранк! Такой пранк будет! С утра до вечера алгебра! Поняли меня? Быстро! Учить!